Одинцовская полиция задержала автора оскорбительной надписи на стене административного здания в центре города. Вандалом оказалась жительница Одинцова. Как сообщил на еженедельном совещании выездной администрации в Звенигороде глава городского округа Андрей Иванов, установить ее личность удалось благодаря камерам системы «Безопасный регион». В ходе розыскных мероприятий правоохранители отследили весь путь правонарушительницы, в том числе и по камерам видеонаблюдения в автобусах.